Здорово всем, продолжаем мы здесь расколбас сивать зомбиков. Так, ну вообще-то да, у меня есть арбалет, так что надо будет делать арбалетные уже болты. Вы вообще там кончите сегодня или нет? Так, ну на хапчик не везет, это хорошо как бы. Куда бежим? По-моему, об отсюда вообще-то сваливать бы потихонечку. Да как-то накаляется обстановочка. Но мне все равно надо зомби крошить. Так, сумочек больше они не приносят. Глина, так, песок нет, мне не пригодится. Вообще-то я могу выпить сейчас все молочко. Да блин, чё, 5 ударов надо? Ты издеваешься? Оу, жестко. Но здесь хороший урон по голове, конечно. С одного удара, то тоже было бы неоценимая вещь. Так, ладно, поперли далее. Давай, Сашки, досмотрим эту городишко до конца. И сколько он? Ну да, 742 метра. У нас 10 квадратных километров. Пум-пум-пум. 10 квадратных километров это, если я не ошибаюсь, 10 просто клеток по километру. 5 на 5. А, нет, это выходит
10, 20. Так. Квадратных километров-то интересно. Сколько клеток по километру? Дай-ка посмотрю так примерно, если у нас, значит, тут получается конец мира, это уже... А там вообще 3400. Хрен определишься. А, тут еще и круг добавок. Ой. Какие клетки здесь круг? Я что-то и забыл, что здесь окружность. Так, на следующем повороте налево надо сбегать. Так. Угу. Шить красивые шмотки, будем знать. Я, мне плевать, какие шмотки, главное, чтобы были полезные. Сломается или нет? Ну да, в принципе, я и не сомневался. Надо было проверить просто. На этом повороте налево, да? Как раз посмотрим, что у нас там такого интересного может быть. Блин, это центр города. Судя по тому, что и полиция здесь есть. Это не просто центр города. Здесь есть еще одна крепость. Радиоактивная, к тому же. Собачками не дружу. Надо было пистолетом пристрелить, попробовать. Который аккурат у меня спрятался. Ладно. Слушай, а тут все феральные. Знаете, что было сейчас? Меня так оглушил.
Нет, я что-то не совсем понимаю этого юмора. Но центр города здесь, конечно, жесткая тема. Мягко сказать, жесткая. Не, ну пистолет, конечно, меня огорчает. Где мой крем от геморроя? Пистолет я буду как-то хотфиксить, не знаю даже. Что-то буду с ним делать, короче. Этого ДПСа жутко мало. Хрена тут. Здравствуйте, приехали, называется. Не, пистолет надо усиливать в любом случае, слушай. Это не вариант. Да, сейчас тут напишет там усилитель, а всякая остальная фигня. Пистолет должен убивать обычных зомби с одного выстрела в голову. Значит, здесь на турели патронов хрен напасешься. Хотя, в принципе, я могу сделать поинтересней. Скажем, увеличить бонусы. Попадание в голову. Тогда все равно от турели не будет толку. Не, надо тут увеличивать ДПС. Что это просто тупо не вариант пока что на данный момент. Ой. Таким количеством зомби по 2-3 выстрела в голову, простите меня. Я тут компанию себе собрал на прикол. Так, у меня пистолет, кстати, этот расходуется полностью или нет? Да, я, наверное, посмотрю и просто запиндюрю
скиллпоинты. Попадание в голову. Нет, тоже не вариант. Не, ну если... По телу у них броня. Полская блоха. Да, нужна граната. Чё вообще творю, а? Ну ладно, тестируем пистолет. Хотя очень мне он не нравится. Вот, слушай, обрати внимание, что какая толпа зомбей. Вот у меня сейчас FPS хоть и 23, но вот тут он не прыгает, а стабильно держится 23. То есть все в порядке. Видишь, какая толпа зомби. Ну и все в порядке. Как бы. Ладно, уф, не уф. Пошли все пособираем и свалим отсюда. Это да, это очень довольно забавная такая фишка, могу сказать. То есть, да, пистолетные патроны, я вот подумаю еще. Вероятно, я увеличу урон, получаемый в голову. Не, ну урон, получаемый в голову, если я увеличу крит, насколько его увеличивать-то? Есть какая-нибудь идея? Вот у меня лично нет. Проблема в том, вот насколько его увеличивать. Увеличить-то найти его не проблема. Ну, лучше бы он два раза хотя бы был увеличен, это в любом случае. Ладно, сейчас добежим до хатки. Надо будет прикинуть все ж таки, сколько реально это увеличивать, что так просто тоже тут высасывать с пальца, блин, не вариант ни хрена.
Да, мог бы даже не останавливаться. Сейчас главное убежать за пределы города. Так. В принципе, ТПС голову всегда в любой игре шел не 2 икс, а 3 икс. Так называемый крит. 3-5 икс. Ладно, сейчас главное добежать. Чтобы не ползти потом. Посмотрим по скиллам, что нам там дается. Просто здесь, скорее всего, придется увеличивать именно ДПС самих патронов. Потому что если я поставлю турели, и турели не будут убивать быстро зомбей. А ты чё, я тут буду только чем и заниматься, так это добывать, блин, ресурсы для турелей. Наверное, каждый понимает прекрасно. За 20 секунд то вряд ли мы 200-метровочку прохреначим. Кажется, мне пора учиться бегать. То, что девочка сейчас показала, меня немного самого даже обидело. Так, гвозди. Угу. Я же хотел с гвоздями тут поиграться по-другому. Так, я думаю, футболочку выкинем. Закинем сюда радиаторы. Я не знаю, что это. И держать с собой точно не собираюсь. Это странно как-то. О, немножко хавчика. Сразу сожрёмся. Так, по поводу флайеров вообще. Их давай куда-то в отдельное место вообще складывать. Они нам очень пригодятся. Не всегда полезно ходить с фонариком. Да и начнем с того, что фонарика-то у меня, блин, и нету. Налобного я имею в виду. Так-то есть, но не тот, который нужен. Кофеек, кофеек, кофеек. Да, утром придется все равно штамповаться нам на лесопылку. Торговцы еще заскочим. Сейчас, короче, время у нас есть. Есть. Я забегу, покажу.
Погоди, а тут медведь не может быть опять? Нет, хотя он, скорее всего, задеспаунился. Надо не забывать, что у нас тут два раза были медведи и... Ага. Ой. Что неплохо бы... пытаться хотя бы немного думать. Такс. Я вот буду думать, что усиливать. У меня бы изначально была идея усилить вот эту вот хренотень. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Слушай, не знаю, буду думать. Здесь тоже такой вопрос себе довольно специфический. Непонятно, если честно, вот нифига. Что лучше здесь использовать? Кастрюлю. Где, бля, мне кастрюлю найти вообще? О, на всех джар изготовить. О! На, так это удаление задания, да? Прекрасно. Animal hide, twine. Здесь нет цепочек наград, в принципе. Скрепки собрать и железо. Ну, в принципе, подойдет. Ладно, будем такие задания выполнять, брать другие. Я вот не знаю, торговец потом может сбегать, посмотреть тоже. Я пока попробую прикинуть. Ой, что лучше увеличить? ДПС от пуль? Вид ДПС от скиллов. Хотя нужен скорее ДПС от пули, а то и говорят, турели толку тут не будет вообще. То есть считать тут, что тут зомби, насколько я помню, под 1500 или 3000 хп бывают. Darkness Fury там вообще звездец. Ну да, надо как-то тут это все усиливать. Ладно, короче. Всем удачи, всем пока.